Что же, привет, народ, и это дополнительные эпизоды к Resident Evil Revelations 2. Их всего лишь два этих эпизода, я не знаю, сколько они длинны, без понятия, не играл. И первое описание одной борьбы посвящен, мы сейчас им зовемся, Мори. И второй маленькая женщина, он посвящен Наталье, скажем так, вот этим доп-играемым персонажам игры. И приятно, что им посвятили эпизод, действительно интересно узнать что-то про них. И начнем мы, конечно, с эпизода про Мойру. И потом вы увидите эпизод с Натальей. Что ж, приступаем. Новая игра, настройки навыков. Можем что-то как-то прокачать. По сути, надо смотреть сейчас только на Мойру, потому что играть мы будем только за нее. Ну, особо прокачать мы ничего не можем. Новая игра. Нетрудное испытание для игроков. Суровое. Ну, вы знаете, что я выбираю. Я просто хочу повеселиться. Тут, как я понимаю, всего два персонажа должно быть. Ну, ладно. Мы играем за одного персонажа. Обещали, кстати, добавить сетевой в кооператив в версию... В общем, когда выйдет все эпизоды, и должны уже добавить, по сути, но не знаю, не проверял. Рейд можно будет выполнять с реальными игроками. Да, нас спас дедок. Hey. You should have done yourself favor and died while you had chance, Kroshka. Great. Where are you going? If you can move, leave. Trouble never comes alone. Right. Roger that, Rasputin. I'll get right the fuck out. But I didn't. I couldn't. Where was I gonna go? So we came to an understanding. He would put up with me just as long as I pulled my own weight. And that was my shitty start to 6 long months. Кстати, а почему браслет красный, но я не заражаюсь? Описание одной борьбы, или по-английски The Struggle. Скорее, просто мучение. Я бы скорее так это перевел, чем какая-то борьба. Какая тут борьба, это просто мучение. Шестимесячное. Давайте посмотрим, что это за... 6 месяцев рабства или 12 лет рабства. It's been about 8 weeks now since I lost track of Claire. The old man pulled my battered ass out of the wreckage and patched me up. As for the bracelet, mine never changed color. And I never turned into one of those things. Lucky me, right? As soon as I was back on two legs, the old guy told me I had to help with hunting. Basically, it was on me to kill my own food. House rules. Can you use gun? More or less. Good. You collect on bullets. You run out, not my problem. Look, I get it. I won't be a burden. Счетчик провизии. В этом эпизоде вам придется провизия для перезапуска провальной миссии. Провизию может добывать охотой на животных. Если провизии не хватит для перезапуска, игра окончится. То есть сохранение в этом эпизоде данные будут удалены. When hunt is finished, you go to Sawmill entrance deep in forest. The big gate. I remember. It's very important you get there by sundown. Otherwise, monsters will have Kroshka for dinner. Yum, yum, yum. Well, thanks for scaring my appetite away. I help you, now you help me. Get this beautiful after it's repaid. Yeah, yeah. Let's get this hunt on the road before you die of old age. Ладно, хорошо, займемся охотой. У него можно переключаться на снайперку. I know I have to eat, but poor thing. You will get you. Нас кролика. Fuck! I hate using guns. Finding, keep
working. You need wash mouth out with soap. All right, Barry. Прикольно, как она называла его Барри. С патронами, кстати, проблем нет. Просто надеюсь, что попаду. Eat those insects if you remember to cook through. I think that's a really great idea. I'm not gonna try. Then go search for the food you like. Snake, rat, hare. Maybe you find a wild hamburger. Мне нравится его прикол. Делай бургер себе по вкусу. Хотя это не прикол. Do you want to complain some more? Травушка-муравушка. Man, I gotta focus. How did Claire hold her gun again? Ты нормально держишь в руках свой ствол? Я так и знал, что я вместе с дедом, там, когда я ее увидел, я так и понял, что она наверняка вместе с дедом выживала. Ну а с кем еще? Крыска. Так, поверить не могу, мне удалось выбраться живым, не скажу, что целым, но живым. Я так и не могу осмыслить то, что там творится. Нас пытались запугать, нами забавлялись, это было безумие. В лесу мне встретились какие-то ребята, но мне и не поверили, я их понимаю, я бы сам себе не поверил. В конце концов, кто бы осмелился пойти против той, которая нас спасла. Самый интересный текстик. Ой, какая крыса мясистая, посмотрите, сколько сразу выпало. Ну да, потому что, наверное, ловить ее тяжелее. Отсюда мы пришли, нам надо через забор. На каждом всю еду соберем сейчас по дороге. Ну, кстати, к зомби собак, ну, нельзя собрать еду, ну да, это уже будет чересчур. Жрать зомби, это просто каннибализм уже. Интересно, как же дедушка выживал все эти годы на острове.
Один денёшенек. Интересно, они придумали с зайцами, с крысами. Следующее средство, без патроны. Каждый патрон на счету. Good girl. We can continue on here. Oh, right. Let me just pull up my good girl petticoat so it doesn't get dirty. When you are done, head for gate. Yes, sir. Ты жирный зайца. Я убежал. Посмотрим, кого еще тут можно завалить. Зайки не вернулись случайно? Походу нет. Уж не знаю, где тут можно продолжить охотиться, потому что... что крысы водятся. А, нет. Вот дичь. Маловат, правда. Надо крысу жирную поймать. Вот, это хорошая дичь. Да и три мешка набрали. Все, можно уходить. Значит, ворота открытыми, и придется открывать их, ну, знаете, каким методом. We've got what we need. Can we call it a day? Okay. This should be enough food. Thank God. I can't wait to lie down. Lie down? We finish early. You helped me cut up meat. Wow! Educational! I thought that was it. I couldn't take another second of getting muscled around by some man who thought he knew better than me. Why don't we find a way off the island, I asked. Нет, he said. No point. You need face reality. His house, his rules. But I wasn't about to give up hope. Not yet. All I kept thinking was... All I kept thinking about was my dad, actually. That night, I had a dream Barry was on his deathbed. He looked really sad. Nobody was with him. Nobody to nag. He had no fire left. When I woke up, I realized I'd been crying. Далее. Печально так. Then the day came when I really fucked up. The old man made me promise not to go out at night, but all we did during the day was hunt. I wanted to look for a way home, you know? But I ended up leading those freaks right to our doorstep instead. And everything went straight to shit.
Оборона территории, понятно. You bring them here. You make them go away. I'm sorry, just help me out. I should make you go away. Да, осталось 17 попыток. Конечно, не потребуется ни одна. Здесь ружьецо нам пригодится. Там, а? Выходите. Вы просто вспомните из ниоткуда. Ладно, давайте отступим, пожалуйста. У заложки здесь кончилась фантазия, зомби просто прут из ниоткуда. Они просто вспавнятся из пустоты. Ее патронов полно, давайте его используем. We must move while we have the chance. All right. А куда двигаться? Есть варианты? Нет. I have a weapon hidden further in. It's risky, but we must get it. We're not gonna last long in a rat run like this. Correct. So we get in, get out. Спецоружие. Там между ног. Вообще пройти можно? Походу нет. Ладно, будем искать проход тут. Да, тут мне кажется, тут пройти нельзя, мне кажется, прям звуковой барьер, который нельзя перейти. Это по моей, вернее, по ее части. Хотя я тоже могу подобрать и передать. Зачем? Наши любимые зомби из ниоткуда? С земли. Ой-ой-ой. Зло.
Видимо, фактор сложности здесь заключает то, что некуда. Он потом передам ей. Да, я, кстати, сделал для достижения двойной килл. Построить их. Да, вот построить имеется в виду вряд ли. Прыщ! Что реально? Ну, чекер, прыщ. Поэтому я и забыл очень. Как ключ взрывается подальше от меня. Что-то болезненное. Мне надо цветочек найти, растенице. Бешеный, знаете, он мне какой-то напоминает римского чувака. Из бани какого-нибудь, знаете, который хочет предлагать всем всех веником побить. Знаете, из бани такой чувак бежит жирный, вибрирует всем. Кому веник, кому веник? Вот отсюда. Давайте. Больше сэкономим до лучших времен, вернее до худших времен. Все,
зачем еще стал мазанием головы? Да он тяжелая рейд-миссия, считай, потому что, по сути, это и есть рейд-миссия. О, у них маски новые появились, кстати говоря. Эти парни покрепче вот этих масках, которые... Бегаем. Кто ж сзади-то так? Так двое. Выносим ноги. Там разберемся. У нас нет, другого оружия у нас нет. Да, вроде все. Я буду добивать трупы. The old guy was pissed. Can't blame him, considering I almost cost us our hideout. He told me to face reality, to focus on surviving. And I should have listened. So I promised myself I would do better, work harder. As long as the island was stronger than I was, there would never be any escape. А что, можно еще дальше? Ладно, ребят, увидимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. И мы увидимся. В следующей серии мы продолжим проходить ее длинный путь. И на самом деле миссия не особо интересная. Ну что ж, почему бы и нет? Может дальше станет лучше. До следующей серии, ребят.